Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Ситуация такая, что автор начала встречаться с мужчиной. Вот, какое-то время все было хорошо, потом у них начались проблемы, точнее у мужчины начались проблемы и трудности, сложности. Вот, вследствие чего встреч стало меньше. Вот. Ну, гораздо меньше стало встреч, и автор, в общем-то, беспокоится, переживает, волнуется, вот, ей очень тяжело и трудно, вот, значит, ну, переживать, вот, расставание, такое вот, да, то есть, вроде бы расставания нет, но и времени на встречу тоже нет. Смотрите. Во-первых, то, что вам тяжело, это нормально. И я думаю, что вот первое, что вам нужно сделать, это прожить вот все вот ваши такие негативные чувства, которые есть. То есть вот, ну, все такие вот негативные переживания, обида, боль, злость, все это вот, все абсолютно нормально. Абсолютно нормально это испытывать, абсолютно нормально это чувствовать. Я думаю, что нужно вот сначала вот этот тонус ваш психоэмоциональный, да, нужно снизить, чтобы он вас не беспокоил так сильно, по крайней мере. Второе. Это ваше состояние. То есть, состояние ностальгии, которое вы описываете, это ваше состояние наполненности. То есть, вы наполнены. И, соответственно, наполненность здесь, как бы, ну, берет, получается, свое начало от того, что вы получаете от человека, вот. То есть от человека вы получаете, ну, как какие-то эмоции, вот. То есть чувствуете себя нужной, чувствуете себя принадлежной, значит, там, чему-то, да, вот, получаете подкрепление, да, такое вот, позитивное, да, получаете подкрепление чего-то, ну, чего-то своего, да, то есть, вот, например, свои ценности получаете подкрепление, например, своих эмоций, да, получаете, опять же, подкрепление, и чего-то еще, тоже получаете подкрепление, вот. Поэтому здесь, я думаю, нужно понять, о чем именно идет речь, вообще. Вот, то есть, что это конкретно, вот, что вы получаете, да, грубо говоря. И уже дальше можно будет как-то смотреть, да, то есть, какие ваши потребности, как вы можете их удовлетворять по-другому. Вот. Потому что, сейчас, ситуация, понятное дело, она выглядит вот так, что вам мужчина, да, вот ваш мужчина нужен вот в какой-то степени, ну, вот как такой источник, да, вот определенных ваших потребностей, да, определенных ваших проблем. Вот. Это второй момент. И третий момент, на который, по-видимому,
стоит обратить внимание здесь, это момент такой, что вот ваша жизнь, да, сама по себе, она может быть, ну вот, знаете как, не заполнена, да, то есть она может, ну, пустовать, давайте вот, вот так скажем, она может пустовать, она может пробуксовывать, значит, ну вот, в некоторых моментах, в некоторых аспектах она может давать сбой, вот, вы можете чувствовать себя в этих аспектах сильно хуже, вот, и в общем и целом это очень сильно может сказываться на вас и на том, как вы себя ощущаете. То есть это именно вот такой, я бы сказал, вопрос, ну, вопрос реализации вашей. Да, то есть, ну, то есть вот если, то есть если ваша жизнь сама по себе не наполнена, да, вот, ну, вашими интересами собственными, вашими взглядами собственными и так далее, вот, то эта ситуация на вас оказывает еще, ну, еще больше воздействия, конечно же, просто потому, что, а куда еще, то есть вы здесь в этой ситуации вынуждены, получается, сталкиваться сталкиваться с самой собой, получается. Вот. И это тяжело для вас. А если, если вы себя отвергаете, это тяжело. Очень тяжело. Вот. Поэтому смотреть здесь нужно скорее на систему, вот, отношения к себе, вот, на структуру вашего времяпровождения, то есть как у вас организовано времяпровождение, вот, структура жизни вашей, как организована, ну, то есть вот буквально, как это все происходит. И, соответственно, дальше уже можно будет вот, какие-то коррективы в это вносить. Вот. Ну, какие-то коррективы, то есть, значит, исходя из необходимости, то есть, вот, то, что нужно, да, вот, те коррективы, которые, ну, которые нужны, действительно, вот, нужны на самом деле, вот. Я думаю, так, такая вот история. Я думаю, также, я думаю, что вы себя обесцениваете, ну вот себя, да, саму по себе обесценивается, то есть, ну вот, говорит, что вот там без, грубо говоря, вот, ну, без этого человека, да, без мужчины я вот, например, там, никто, да, я там, ничего не значу, и вот сама не знаю, куда себя деть, и так далее. То есть это же вот про, про какую-то вот такую вот
собственное получается несостоятельно. Вы здесь говорите. Вот. И ну, вам как раз вот мужчина, как мужчина, да, как раз таки нужен для вот этих целей, чтобы, ну, чтобы чувствовать себя более состоятельно. Поэтому нужно повышать эту всю историю, вот, нужно повышать свою собственную состоятельность, вот. Ситуация неприятная и вполне нормально вот, на это реагировать так, как, ну, так, как вы реагируете уже. Вот, и вполне нормально злиться на эту ситуацию и прочее. Это, эти чувства никто у вас отнимать не собирается. Это абсолютно нормальные чувства, на мой взгляд. Вот, другое дело, что, ну, как бы они вот деструктивно сказываются на вас, да? Вот, то есть, ну, вы же, получается-то, по сути, изменить особенно здесь ничего не можете, потому что, ну, вот, у молодого человека ситуация, вот, она, ну, просто вот такая, вот, и пока ничего нельзя сделать. Вот. И я думаю, что это для вас хороший стимул, хороший мотиватор для того, чтобы, значит, ну, столкнуться с собой, да, увидеть, какие у вас у самой есть проблемы, начать их решать, стать более такой, знаете, самодостаточный, да, более, значит, более состоятельный, обязательно стать, вот. И я думаю, что это решит ваши проблемы в полной мере. Всего самого доброго вам, удачи, обращайтесь за помощью, не затягивайте.